Привет, сирокезы смотрящие. Необычное сегодня видео. Наверное, многие из нас помнят такую историю, такую легенду, что город Резекне – это город на семи холмах. Ну вот, например, мы можем даже набрать, скажем, такой текст, что… Резекне – это город Резекне, город на семи холмах. Так? Вот, видите, древний город на семи холмах. И с самого-самого детства я вот слышу это выражение «на семи холмах». И как-то вот сидел вечером и задумался, так где же эти семь холмов-то? И вот смотрите, 187 метров над уровнем моря, самый высокий из них возвышается на 187 метров над уровнем моря. Это Замковая гора не в счет, понимаете? Замковая гора – это… Условно говоря, как я понимаю, не очень высокое место, так скажем, потому что есть места повыше. Она кажется, что она на высоте, а на самом деле Замковая гора – это вовсе не гора. Это даже и не холм. Вот. Короче говоря, решил я посмотреть на геодезической карте, где же эти семь холмов. И вот, смотрите, допустим, берем мы геодезическую карту Резекне и пытаемся найти 7 холмов. И вот, смотрите, если брать в черте города, а ведь выражение «город на семи холмах», оно же пошло не из советских времен, оно ой-ой-ой, как давно было. В то время город Резекне вообще-то кончался, вот если так вот взять, то, пожалуй, вот… Вот это тут Хесбургер стоит вот здесь. То он был вот так вот. То есть вот где-то тут, в черте города, должно быть 7 холмов. Ну, как я не искал, я не нашел 7 холмов. Но вот давайте мы с вами вместе поищем. А может, кто-то в комментарии напишет, где же все-таки 7-й холм. Поэтому я вам могу показать. Вот я нашел 158,6 метров. Это вот в черте Резекне есть холмик. Есть в Клеперово, это на выезде из Резекне в сторону туда Косинюкая, 155,1 метр холм. Стучево, это тоже в черте города, 147,9 холм. В Выпинге есть 160,8 холм. Вот тут 144,4 есть такой холм. 157,6. И вот получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 7-го холма в черте города Резекне, к сожалению. Ну вот как я не пытался, вот вы можете сами, значит, вот вам карта. Вот так вот поставлю. Если вы где-то найдете, вот одно, вот 158. В общем, не нашел. Вот 155,1, где я говорил, видите. То есть 6 штук. Поэтому я делаю вывод, что 7-й холм, он может быть… Вот так, как там в интернете написано, что самый высокий холм 100… Сколько там метров было? Самый высокий из них 187. Так вот, вот самый высокий 187 на самом деле… Есть два холма под такую высоту подходящие. Это Лей Санчупаны, вот 145. 145 это не то. Вот, 186,3 Лей Санчупаны. Анчупана Калны. 186,3. Почти 187. И есть в Плейкшни, где вы знаете, есть 186,8. Даже выше. Вот это там, где эта гора, где я кучу видео сделал про этот холм. 186,8. Он даже выше, чем в Анчупанах. Вот когда смотришь с этого холма на Анчупанский, они отлично друг друга видят. Мне казалось, они на одной высоте. И как оказывается, я не особо-то и ошибся. Потому что этот 186,8, а этот 186,3. 50 сантиметров мой холм, который там в Плейкшни, он выше, представляете? Но беда-то в том, что оба они… что этот, что тот, они находятся за чертой города Резекне. То есть вот пунктирная линия, видите, вот она идет пунктирная линия. Вот эта линия, она обозначает границы города Резекне. И вот если по ним пройтись, по этим границам, то получается этот холм и тот холм за чертой города Резекне.
И вот вторая версия этого видео, у меня есть желание сделать, проехать по этим холмам, посмотреть, что же мы с этих холмов видим и как они выглядят на местности. Вот 7 холмов. Хотя, конечно, если мы возьмем вообще теоретически, то, конечно, холмов вокруг Резекна очень много. Особенно вот сюда, вот в сторону, значит, Ритани, Старощики. Вот тут вот сплошное холмистое Янополе. Туда, вы знаете, когда едете на разное, тут такие перекаты высоты. То есть вот эта местность, она, конечно, кишит холмами, но они уже далеко от Резекна. И нельзя, наверное, сказать, что город Резекна на 7 холмах, которые в Янополе находятся. Поэтому вот такое у меня представление о 7 холмах. Я их не нашел. Если кто-то, я еще раз покажу вот эти 7 холмов. 158.6, 155.1, 147.9, 168, 144.4, 157.6. Это все в черте города Резекна. Найдите, пожалуйста, 7 холм. И тогда я сделаю обзор этих холмов на местности. А пока 7 холма я не нашел в черте города Резекна. Всем удачи, всем пока. Было бы интересно найти. И вообще, как думаете, почему так назвали 7 холмов? Ну и если кто знает историю, можете ссылочку в описании дать или комментарий какой-то. В общем, было бы интересно на эту тему сделать еще одно видео. Всем удачи, всем пока. До новых видео. И, кстати, надо напомнить, что наступил 2023 год, прошли праздники, но это ничего не значит. Фирма ТЭЦ, Сиа ТЭЦ продолжает работу и ждет своих клиентов, постоянных и новых, к себе в гости на Брюшно 104. Окна, двери, крыши, да все что угодно. Под заказ и даже на месте. Обращайтесь. Фирма Сиа ТЭЦ.